Ну что ж, всем гамарджоба! Это грузинский выпуск, потому что у меня сегодня на обзоре пиво с грузинским акцентом. Только это. Пацаны, я в натуре на Алиэкспресс это папахи не заказывал. Вообще, я очень сильно удивился, когда увидел грузинское пиво на полке в магазине. Ну, потому что это не тот импорт, который люди ищут и покупают. Все мы знаем, чем славится Грузия. Да, это вино, это минеральная вода, даже лимонад. Но никак не пиво. Здесь другие ребята. Здесь есть немцы, британцы, бельгийцы, чехи и многие-многие другие. Ты с кем шутишь, блядь? Мне стало интересно, и поэтому я решил запилить этот ролик, в котором расскажу вам, что представляет из себя грузинское пиво, и заодно заценим два самых популярных грузинских бренда. Поехали! Вообще, честно говоря, не знаю, кто целевая аудитория этого пива, потому что, ну, лично у меня только два варианта. Либо это пиво покупают только грузины, как узбеки, да, короче, ездят на своей Deonexi. А почему? Потому что они красавчики. Ау! Ну или второй вариант, это пиво настолько хорошо, что оно полюбилось конечному потребителю, который готов за ним снова и снова возвращаться в магазин. Вообще, я предлагаю порассуждать, чем, собственно, привлекательно грузинское пиво. Во-первых, это вода. Это самый объемный и важнейший компонент в составе пива. В старые добрые времена вообще вкус пива напрямую зависел от его географического происхождения, потому что, как вы сами понимаете, вода абсолютно везде разная, имеет разную жесткость и разный состав. Сегодня же большинство производителей используют обычную дистиллированную воду, которую потом уже дополнительно насыщают необходимыми минералами. И поэтому сегодня можно сварить абсолютно любой стиль пива, где бы вы ни находились. Будь то это Россия, Грузия, Америка, Китай и так далее. Грузины, на секундочку, используют минеральную горную воду, которая также проходит фильтрацию, но она должна повлиять на конечный вкус пива. Также грузины выращивают свое собственное сырье. Да-да, не везде в Грузии растет виноград, а там, где его нет, грузины выращивают злаки, по большей части это, конечно же, пшеница. В мире существует всего 17 сортов пшеницы, и 12 из них это грузинские. Согласитесь, хороший повод для гордости. Вообще, грузины очень много чем гордятся. К примеру, вот эти вот закорючки, которые мы часто видим на различных упаковках товаров, это один из 14 уникальнейших алфавитов, которые используют вообще все человечество во всем мире на сегодняшний день. Ну и вернемся непосредственно к пиву. Сегодня у меня на обзоре два вот этих вот красавца от двух компаний, которые закрывают собой 80% грузинского рынка. Первый — это на Тахтаре, называется он так, потому что делается в селе на Тахтаре, которое располагается в Мцхетском районе, недалеко от Тбилиси. И данная компания делает не только пиво, она еще делает вкуснейший лимонад. В нем сахара больше, чем в коле. Ну а если вас не заботит количество потребляемых калорий, то обязательно попробуйте. Это реально очень вкусный лимонад. Что до пива, собственно, не хочу вдаваться ни в какие цифры и не хочу умничать, потому что, ну, мы на природе, мы отдыхаем. Это обычное стандартное светлое пиво. Кстати, оно является визитной карточкой компании, потому что это пиво номер один в Грузии. Имеет оно абсолютно там стандартный процент алкоголя, стандартную плотность. Так же, как и пиво Казбеги, в принципе, характеристики у них одни и те же. Сами компании производят это пиво с начала 90-х, после развала Советского Союза. Компания на Тахтаре сегодня, кстати, с 2008 года владеет компания FS. А Казбеги — это гордость, скажем так, Грузии, потому что это единственная компания, которая сохранила полностью грузинское капиталовложение, то есть тут нет никаких иностранных инвесторов, это полностью грузинский продукт. Но, правда, Казбеги имеет чуть более богатую историю, потому что здесь даже вон написано 1881 год. Да, действительно, в этом году пивоварню основал один немец, пивовар, но потом начались всякие передряги. Первая мировая война. В понедельник революция. Потом Вторая мировая война. В общем, кучу раз этот завод переименовывался, кучу раз останавливал свое производство, потом его вообще, по-моему, разорили. И только в 1994 году пришел некий Гоча Тападзе, который вложил в производство $1,5 миллиона и вывел предприятие на очень достойный уровень, который процветает до сих пор.
Поскольку это обычное, скучное светлое пиво, я не вижу смысла разливать его там в стакан, смотреть, какого оно там цвета, какая у него там насыщенная пенка. Я предлагаю просто сразу, по-пацански, открывать и пробовать. Начну я с Натахтари, раз уж назвался пирожком номер один. Полезай первым, поехали! Бачок, блядь, бачок, потик. В запахе, честно говоря, я не улавливаю ничего сверхъестественного. Это обычный стандартный для светлого лагеря запах, аромат. Есть солодовая сладость, есть чуть-чуть, прям еле-еле чувствуется хмелевая горчинка, но она прям очень такая приятная. Но также дополнительно пиво отдает немножечко железом, но, возможно, это из алюминиевой банки. В принципе, хорошо, хорошо. В первое впечатление довольно-таки неплохое. Пробуем. В целом, надо сказать, нормальное ощущение от пива. Здесь ничего, скажем так, такого отталкивающего нету. Послевкусие довольно-таки долгоиграющее. Пиво достаточно питкое, имеет неплохой сбалансированный вкус. Но, не знаю, оно такое жиденькое, если вот посмотрите. Сейчас, наверное, скажет варвар, да, выливает пиво. Его можно пить и пить и пить. Наверное, поэтому оно, собственно, и номер один в Грузии. Потому что на всех праздниках, застолье, да, это пиво имеет место быть. Ну, а теперь переходим к легендарному пиву Казбеги. Крышечка здесь не откручивается, мать вашу, да. Не придумали нормальный рычаг открывания капота. Ну как не охуеть? Поэтому я запасся, взял с собой выручалочку, открывашечку. Так, сразу же оцениваем запах. А вот здесь, знаете, обычный такой пивной запах, причем самый-самый мерзкий, что можно придумать. Чем воняет, сынок? Вспомните любую разливайку, когда вам наливают пиво в стакан, и вот именно такой запах вы везде чувствуете. Это вот что-то, знаете, железо вперемешку с какой-то, я не знаю, половой тряпкой, с нотками ссанины, если можно так выразиться. Моча ослины. Ну, честно говоря, запах отталкивающий. Не знаю, что со вкусом, давайте попробуем. Знаете, вкус не такой мерзкий, как запах. Если честно. Но все равно это все тоже железо. Когда делаешь первый глоток, оно прям вот сразу так вот вцепляется в твой язык, в твое небо. Определенно это пиво зашло мне меньше. Я бы его, честно говоря, не стал рекомендовать. Но мне теперь интересно сравнить его с Натахтари. Вот сейчас я его еще раз попробую. Последний раз, надеюсь. Так, я понял, чем они отличаются. Эти два экземпляра имеют абсолютно разную целевую аудиторию, потому что на Натахтари оно слаще, оно мягче. Оно хоть и имеет хмелевую горчинку, но она такая вот прям тоненькая, ненавязчивая абсолютно. Что касаемо Казбеги, во-первых, оно имеет мерзкий запах, мне он не нравится. Во-вторых, это ну просто вот обычное пиво, это я не знаю, с чем его можно сравнить. Ну вот, пожалуйста, толстяк, нормальное пиво, а там все курит, пить можно. Ну что ж, итоговый вердикт. Имеет ли право на существование вот это пиво? Конечно, да, имеет. Но не у нас в России, а именно в Грузии. Потому что в России это пиво стоит что это? 89 рублей, причем по акции. Больше, чем уверен, в самой Грузии это пиво стоит сущие копейки. Именно поэтому это пиво там так популярно. Ну, а за эти же деньги, 89 рублей, у нас в России на полках можно встретить очень много разных экземпляров, которые по вкусу будут гораздо интереснее, чем эти два. Ну что ж, вот такой вот у нас был Natural выпуск. Как видите, не только в Грузии красиво, но и у нас здесь тоже ничего. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если не сделали этого раньше. И пишите, не устану повторять, пишите комментарии. Если у вас какие-то есть идеи, замечания, предложения, все отражайте там. Ну а с вами был Алан. Как обычно, у меня по традиции самая главная просьба. Ребята, пейте только хорошее пиво. До новых встреч. Пока.